Всем привет! В этом ролике я хочу поговорить про Young Trap'у. Young Trap'а, или же проще, Young Trizzy Crazy Молодой Трезини, русский рэп-исполнитель. Был известен тем, что с 14 лет начал торговать наркотиками и на свое 20-летие получил реально 6-летний срок. В 2021 году Young Trap'а вышел и создал вокруг себя огромное количество шума. В основном тот шум был связан с его фитами с Моргенштерном, который до этого лестно о нем высказывался и всячески ему респектовал. Первый фит назывался «Розовое вино 2». Это, естественно, отсылка к LJ Фитуку, и сделан он был в таком же стиле, как и «Розовое вино 1». А именно просто, чтобы потрясти головой в клубе. То есть минимум басов, прямая бочка, много клэпов и огромное просто количество хай-хетов и всяких грязных панчей. В этом треке всем понравился куплет Моргена, и он стал супер-хитовым в ТикТоке. Но вот куплет трэпы и припев трэпы всячески захейтили. А твои дреды, люди вокруг нас, всего лишь под мефом, мы на первом. Нам папа трэпом варит грека, с нами тут фанатки, только дорогих чилианов. А вот куплет Young Trap'а. Я никогда не видел жопу, как твоя. Я курю допинг, слав, крутая тема. Я выдыхаю, ты прямо на тебя. Понятно, что это не хитовое звучание, но вот в концовке трэпа просто убил своим припевом. Это реально было жестко. Когда ты трясешь этим, я не могу поверить. Я никогда не видел жопу, как твоя. После этого вышел их второй фит, который назывался Family. Там звучание уже было более в стиле Моргенштерна. Они даже сняли клип, который сейчас набрал почти 7 миллионов просмотров. Но вот в итоге там тоже жестко захейтили куплет трэпы. Серьезно, сутки летят за секунды, год как под наркозом. Young Trap'а монстр, как босс всех боссов. Young YMB. Вот здесь я вообще не понимаю, почему захейтили. Трэп'а зачитал реально классно, в новом стиле. Но все равно псевдофанатики Алишера в комментариях начали писать: «Йоу, без Young Trap'а было бы лучше. Young Trap'а опять все испортил». Хотя они даже не знают, кто такой Young Trap'а. Достаточно послушать трек «Я хороший» и понять, что Young Trap'а это поэт. Рябылицы, чтоб посмотреть на брызги. Басота это то, что в моей свинье копилки. Но я хороший, я хороший. Черт! Я хороший, я хороший, я хороший, я хороший. Я хороший. Красивые крики. Я хороший. Такую лирику сделать ваш Алишерка точно не сможет. И ну еще. Все пишут, что трэпа и раньше не умел читать. Но как же так? У него тоже были хиты. Достаточно послушать. Пакеты шмали, то есть на квартале. Трэп флоу 5 и нет у меня. Ищи на худи, и допинг нуждается в друге. Я делю на квартале. Папа, пакеты шмали. Нож и весы, повсюду куски. Моя команда сияет в YMB. Нету жизни как фильм, и нету фильма как жизнь. Я зову эту игра в реальную жизнь. Мне наплевать на то, что кто-то что-то хочет мне сказать. Янг всемогущий трэпа, и сука мне хочет это зазвать. Ну, еще остались вопросы, что трэпа не умеет читать. Алишер сам говорил, что поможет трэпе вернуть его прежнюю популярность, и он это делает, потому что он умеет поагрить фанатов. И вот эти два трека — это всего лишь рофл. Мне кажется, на альбоме трэпа или Моргена будет настоящий фит, и там будет жестко. Кстати, не только Морген хорошо отзывается о трэпе и хочет помочь ему, еще и Марат сквозь баб, многим известный в ТикТоке по треку «Ауф».
тоже записал с ним фит, который называется «Авиа», и там оба исполнителя зачитали просто убийственно. И вот там уже в комментариях все пишут: «Вау, Трэпа постарался, у него наконец-то появились рифмы». Это просто лицемерные псевдо-фанатики. Пелилвейна 2004 года. Делаем денег в портфеле, хейтеры бьются в истерике. Что бы ни делали, мы всегда первые люди, не бедные. Деньги конкретные, темы полезные. Мы не подъездные, резкие, дерзкие. В любых кварталах знакомые с местными. Вопросы корректные, связи опасны. Владенец, I'm doing smoking bananas. Пока трэп помотал срок, вся страна под трэп сирот. Кладем рексы на зеро и льем сироп, сирок, сынок. Я лью сироп, сынок, но в шоколаде как сироп. Скоро у Трэпы должен выйти большой альбом, и мне кажется, там будет огромное количество фитов с Моргином, с Биг Бэйби Тейпом, Soda Love и другие известные исполнители. И вот на нем Трэпа покажет весь свой скилл. Ну а на этом мы заканчиваем. Если вам понравился ролик, то поставьте лайк, напишите комментарий и самое главное, подпишитесь на канал. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.